Харківський тракторний завод був заснований в 1930 році. За роки роботи завод випустив більше 2,5 мільйонів тракторів та спеціалізованої техніки. З 27 квітня 2016 року завод отримав нового власника – групу Development Construction Holding, яка належить українському бізнесмену Олександру Ярославському. Для розвитку підприємства бізнесмену були здійснені інвестиції в модернізацію заводу на суму більше 200 мільйонів гривень. Як наслідок, у 2017-2018 роках завод випустив більше 1600 тракторів різних моделей. Існує державна програма часткової компенсації вартості придбання тракторів. Держава готова компенсувати від 25 до 40% вартості. Присутні також індивідуальні програми фінансування через банківські установи. На 2019 рік заводом заплановано випуск більше 1000 тракторів. Серед них їх флагманна лінійка тракторів серії ХТЗ-240. Давайте зараз більш детально познайомимося з новим трактором ХТЗ-240 та його можливостями. Переглядаємо відео, якщо сподобаємося, підписуємося на канал, якщо виникають питання, вказуємо в коментарях. Харківський тракторний завод представив нову модель колесного трактора ХТЗ-241К20 з установленим на ньому двигателем производства Мінського моторного заводу. Дана модель розширила лінійку тракторів сімейства 240К, которая оснащається современними моторами, модернізованою трансмісією, гідравлікою, а також навісною системою. Двигатель имеет маркировку D262-2S2 и представляет собой шестицилиндровый, четырехтактный, с рядным расположением цилиндров и непосредственным впрыском дизельного топлива через топливный насос высокого давления производства фирмы Motorpal Чехия. Объем двигателя составляет 7,98 литра. Мощность 250 лошадиных сил и крутящим моментом 1130 ньютона-метров при 1500 оборотов в минуту. Двигатель оснащен турбонаддувом с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, применение которого позволяет добиться высоких показателей работы агрегата. Установленный турбокомпрессор производства Чехия позволяет иметь на двигателе улучшенную приемистость, снизить выброс вредных веществ в отработанных газах. Для обеспечения уверенного запуска при низкой температуре в головках двигателя установлены свечи накаливания, а установленный жидкостно-масляный теплообменник обеспечит быстрое достижение оптимальной температуры масла в системе смазки двигателя, а также поддержки ее на необходимом уровне в процессе работы. Для лучшей реализации мощности трактора при выполнении энергоемких работ рекомендуем применять балластные грузы, а для более легких – сдвоенные колеса. Двухпоточная бесступенчатая гидрообъемно-механическая трансмиссия колесного трактора является опцией комплектации колесных тракторов серии ХТЗ-240К как альтернатива ступенчатой механической коробке 12×4 и предназначена под двигатель мощностью 170-240 лошадиных сил. ГОМ-2С имеет 4 технологических тягово-скоростных диапазона при движении вперед и 2 диапазона при движении назад, на каждом из которых бесступенчато регулируется скорость и тяговое усилие трактора. Эта гидравлическая система имеет единый бак емкостью 100 литров, один насос в чугунном корпусе, тоже постоянной производительности в 100 литров, 5-секционный распределитель, насос-дозатор и систему охлаждения всей гидравлической системы, то бишь радиатор, который находится в передней части трактора. Все узлы соединены гидравлическими шлангами высокого давления.
Приоритетом у нас является рулевое управление трактором. Отобранная жидкость, которую насос нагнетает с бака, передается на насос-дозатор. С насоса-дозатора дальше передается на распределитель трактора. Если не используются механизмы никакие, с распределителя жидкость сливается непосредственно через фильтр очистки в бак. Распределитель навесной системы, пятисекционный, пропорциональный, независимый от нагрузки. Имеет тросовое управление каждой секции. В этой гидравлической системе на самом распределителе установлено две секции, которые позволяют работать непосредственно с гидравлическими моторами. Так как управление каждой секции распределителем производится тросовым управлением, мы можем плавно настроить работу исполнительного механизма. То есть плавно опустить или плавно поднять. Помимо плавного управления механическим способом, то есть рукояткой, у нас есть возможность каждую секцию настроить на определенную подачу жидкости от 2 и до 80 литров в минуту, пропускная способность распределителя. Для обеспечения надежности и долговечности гидросистемы применен современный шестеренчатый насос в чугунном корпусе постоянной производительности до 98 литров в минуту. Гидравлический бак емкостью 100 литров имеет заправочное место, имеет место фильтра тонкой очистки, имеет место для свободного слива гидравлической системы, это что характерно для работы с гидромоторами. В баке для того, чтобы нормализовалась температура рабочей жидкости, предусмотрено охлаждение радиатором, который находится в передней части трактора. Для визуального понимания чистоты масла в гидросистеме трактора на сливном патрубке установлен индикатор засоренности. Для определения уровня масла в гидравлическом баке предусмотрено мерное стекло. Также установлен градусник для определения температурного режима рабочей жидкости. В качестве рабочей жидкости в гидросистеме трактора используются минеральные масла типа М8Г2К. Во время работы гидросистемы через фильтрующий элемент бумажного типа пропускается рабочая жидкость со степенью фильтрации 25 микрон. В случае засорения фильтрующего элемента проход жидкости будет затруднен и давление перед фильтром возрастает. Чтобы предупредить аварию, в гидросистеме предусмотрен перепускной клапан, который при повышении рабочего давления откроет отверстие и пропустит жидкость в бак, минуя фильтрующий элемент. На данном распределителе установлено две секции, которые находятся с левой стороны трактора по ходу его движения. Две секции, которые предназначены для работы с гидравлическими моторами. Что это значит? На этих секциях не установлено возврата золотника в нейтральное положение. В связи с чем, для предупреждения аварийной ситуации и выхода из строя распределителя и гидравлического мотора постоянного действия, в кабине трактора на рычагах управления секциями установлены предохранительные клапаны. В конструкции трактора предусмотрен двухскоростной вал отбора мощности, который предназначен для работы с сельскохозяйственными орудиями с активными рабочими органами. Вал отбора мощности имеет две скорости – 540 и 1000 оборотов. Для возможности точного подбора оборотов, а также адаптации к современным сельскохозяйственным орудиям, в комплектации вала отбора мощности предусмотрено 4 хвостовика. Так как вал отбора мощности работает в тяжелых условиях, а его гидравлическая система наполнена всего лишь 6,5 литром масла, для отвода тепла в конструкции вала отбора мощности предусмотрен радиатор охлаждения. Новая гидравлическая система позволила расширить применяемость сельскохозяйственных орудий к новым тракторам типа ХТЗ-240К. В частности, использование современных посевных комплексов, где используются гидравлические моторы на высевающие аппараты и на привод вентилятора. Thank you.
Скоростная система состоит из тягово-сцепного устройства, упряжной скобы большой и малой, верхних рычагов, центральной тяги, раскосов, нижних рычагов и регулировочных цепей. В серийной комплектации навесной системы трактора установлено тягово-сцепное устройство, с которым можно агреатировать прицепы и полуприцепы с вертикальным давлением на дышло, превышающее 1000 кг. И упряжная скоба большая и малая, которая позволяет агреатировать прицепные сельскохозяйственные орудия, которые создают вертикальное давление, не превышающее 1000 кг. Для того, чтобы навесная система смогла поднимать 5 тонн, в ее конструкции были изменены верхние рычаги, которые изготовлены из двутавра. Центральная головка была изготовлена с крюковым захватом. Это позволяет быстро и своевременно согреатировать навесное орудие. Для того, чтобы можно было четко и быстро отрегулировать центральный винт, в ее конструкции был применен сгонная муфта большого диаметра 76 на 12. Такая же муфта была применена и на раскосах трактора. Для того, чтобы сгладить удары от работы сельскохозяйственной машины, в конструкцию центральной тяги было установлено вместо двойной пружины резиновая демпферная муфта, которая в полтора раза лучше сглаживает все колебательные движения, передающиеся от сельскохозяйственного орудия на навесную систему трактора и на трактор в целом. Также были изменены и нижние рычаги навесной системы, которые изготовлены из листового металла толщиной 40 мм и высотой 120 мм. Нижние тяги могут быть изготовлены по заказу потребителя в двух исполнениях – шаровыми головками и с крюковыми захватами. Также был изменен и сам винт. Применили увеличенный диаметр винта с крупным шагом резьбы для того, чтобы можно было быстро и своевременно отрегулировать навесную систему. Запрещается агрегатирование навесных оборотных плугов с двухточечной схемой наладки. Также запрещается использование двухточечной схемы наладки с крюковыми захватами. Навесная система тракторов может настраиваться как по трехточечной схеме наладки, как мы сейчас видим, так и по двухточечной схеме наладки. Для того, чтобы перевести из трехточечной схемы, как мы сейчас видим, достаточно отпустить бугеля, нижние винты и перевести рычаги навесной системы, свести их вместе. Для того, чтобы можно было более точно отрегулировать трактор для работы в борозде или вдоль борозды, на нижней оси навесной системы существуют нарезы. Для того, чтобы исключить самозаглубление навесной системы с навесным сельскохозяйственным орудием, в комплектации трактора установлена ограничительная цепь, которая крепится на скобу нижнего рычага и фиксируется в верхнем положении, фиксируется на кронштейн рамы. Для того, чтобы исключить увод в процессе работы навесной системы вправо или влево, в комплектации трактора предусмотрены ограничительные цепи. Зачастую неправильная фиксация цепей крест-накрест приводит к обрыву самих цепей. Для того, чтобы правильно зафиксировать цепи, достаточно одну цепь с правого рычага зафиксировать в кронштейне левого рычага. И вторую цепь зафиксировать точно так же, крест-накрест. Очень часто люди задают вопрос, как принудительно вогнать навесное орудие в землю. Для того, чтобы вогнать навесное орудие в землю, достаточно зафиксировать навесную систему пальцем. Для того, чтобы можно было точно отрегулировать навесную систему, исключив свальные и развальные борозды, раскосы навесной системы могут перестанавливаться справа налево. Это позволит выиграть несколько сантиметров, которые могут повлиять на конечный результат работы. Новая навесная система стала более надежной, сохранив при этом регулировки предыдущей навесной системы. Якщо вам сподобалось відео, підписуємося на канал. А в разі, якщо у вас виникли питання, телефонуйте, будемо раді допомогти. Або пишіть у коментарях. Дякуємо за вашу увагу, гарних врожаїв та надійних механізаторів.